Всем привет! Сегодня с вами Герасим Шоу, и у нас сегодня будет Slender, и у нас, можно сказать, будет сегодня три игры страшные. Сегодня у нас будет Ночь Страха, я так их назову. И давайте начнем играть в Slender. Я вообще не играл в него, я первый раз сейчас играю, точно. И извините, я сейчас не снимаюсь на камере, потому что я не хочу, чтобы мою рожу страха увидели. Так, ну как я смотрел много видео, что тут надо собирать записки, и увидел, что тут еще сделали еще, можно сказать, еще две части каких-то я смотрел. Я тут понял, что надо не поворачиваться, ну не надо не поворачиваться назад, чтобы он тебя не поймал. У нас будет две попытки. Вот, это первая и вторая еще будет. И потом мы перейдем или на The Night, или на NTP, по лестнице, где надо спускаться по лестнице вниз. И я так подумал, что я начну с Slender, потому что это такая не страшненькая. А как брать как? Это камера, а как брать? А, вот, все. Музончик такой страшненький. Так, а как фонарик включать, скажи мне? Как фонарик включать? Сообразите, я наверху, где фонарик включать? Потому что я боюсь. А, вот, все. Я понял все. И идем дальше. Как я понял, эта игрушечка сделана в Unity Products. Я в ней раньше работал. Ну, так, просто маялся туфтой. И просто так занимался. О, записочка. Ноу. У меня по имени за все дыры, я так думаю. О, господи. Как я понял, тут карта сама генерируется или нет? Я так и не понял. Как я понял, мы просто идем, и она сама тут появляется. Или тут сетка. Да хрен знает, я не знаю тут. Ну, когда я смотрел других людей, когда они играют в Slender, у них записки были в разных местах. О, господи. Я так думаю, что он сзади. Ну, я так тихонько пойду. Я думаю, она вот здесь. Нет, я тут здесь. Пойдем дальше. Туда пойдем. Господи. Тут никого нет. Нет, его тут нигде нету. Так, я думаю, что он меня не напугает, потому что я очень много смотрел роликов про Slender. Я еще читал, что Slender — это типа монстры из Доктор Кто, вот когда они стирали вам память, там типа... А, нет, стой. Фу, у меня мушка отскочила. Так, идем. Так, ну вот, и эти... Это Slender похож на из сериала Доктор Кто. Ну, я не знаю, но он не похож. Те были как-то ужаснее. Так. Так. Блин, я путаюсь. Буква Е. А, бежим. Бежим. Не смотрим назад. Я спокоен. Я дышу как... снайпер, когда стреляет в свою жертву, и так далее. Так, надо... Так, тупой фонарик, не надо. Иду так. Я так думал, что я застрял. Эй. А вот там коробочка какая-то. Мне это радует. Так. Сколько записок? 4? 3? Без разницы, мы просто играем. Фу-ху-ху-ху. Где-то здесь. Вот он тут появляется очень быстро. Вот тут он где-то. Что-то мы его не видели еще. Это он там был? Я спокнулся. Так, надо не по. А, это все, это конец карты. А тогда это. Записка. Пойдем. Пойдем. Все, уходим отсюда. Куда пойдем? Это не он там?
Нет, он сзади. Я думал, что он сзади. Так, какая записка? Четвертая? Я знаю, что на седьмой или на шестой надо выключать фонарик. Фу, мне очень страшно. Я думаю, это... Я думаю, что я реально играю Слендер. Фу. Что-то я его нигде не вижу. Это нормально. А у меня вообще он есть вообще. Я мог его выключить. Так, а эту трубу мы проходили, да? А, фу. О, господи, мое сердце. Охота сразу пройти за первый раз, все страницы взять и так далее. Так. Я не буду смотреть назад, потому что это очень опасно. Он может мне... Я знаю, что он меня сейчас, может быть, насилует в попку. Но, блин, я не буду поворачивать, чтобы он мне не сделал очень плохое. Так. Ну, он не может появляться у меня впереди, потому что очень опасно. Я могу его и поиметь, а не он меня. И задели бы, так хресть меня задели. Я думаю, меня он тут не найдет. Он меня тут не найдет. Что тут? Я тот домик смотрел. Я не хочу поворачиваться. Его там нету. Блин, я запутался, я не знаю, куда идти. Как-то у всех там все. А, я еще играю за бабу. Прекрасно. Так. Ну, блин. Мы только собрали четвертую записку, он нас как-то не находит. Это очень опасно. Тут очень опасно. Какие-то дурацкие сосны. Они выглядят как маленькая картинка в А4. Или... Фак. Я так думаю, что... А вот дерево. А, я был у дерева. Фак. А мы куда пошли? Направо, да? Или налево? Тут домик. Вот, мы пошли туда, тогда мы пойдем туда. Да, господи, дурацкий лес. Я был здесь. Этот Слендер делает так, чтобы я не нашел эти записки. Ох ты, козлинка маленькая. Я тебя потом найду. Я потом тебя найду, я тебя потом поимею вообще, да. Господи, что он меня не ищет? Я хочу, чтобы он меня не нашел. Ну, хочу, но я хочу его увидеть. Я видел его в видеоклипах. Вы видите? У меня картинка искажает. Ой, господи. Искажается картинка, это плохо. Побегу туда. Это та же машина или другая? Не, другая. Тут должна быть записка, я думаю. Да-да-да, это с бочкой, все. Да все, чики-пуки, она тут должна быть. Записка. А, блин, мы тут были. Идем обратно. Идем обратно так аккуратненько. Нет, не хочу смотреть. Фу, господи. Фу, я испугался. Так, и мы вернулись. У меня вылетела игра, когда и запись прервалась. Ну, вы поняли, о чем я. Так, и Слендер, он могучий, у него очень много силы, и он взял и выкинул меня. Господи. Так, давайте начнем дальше. Это вторая попытка, наша последняя попыточка. Попытка. Так, кто-то орёт у меня из окна. Чё, пьяница, чё? Поорать охота. Я тоже могу поорать, господи. Да, чувак, что-то орёт там. Пойдем туда. Эй, так, не то. Не то, пойдем дальше. Да, что-то когда я играю в Battlefield 3, и когда я бегаю,
Он меня что-то тут... Нет, а, сейчас пойдем по той тропинке, я изберу посилку, записку, и, а, видно, там она вдоль идет, и... Ха, записки нет, по-моему, должна была быть. Записка, записка, а вот и записочка. Can run. Чуть неохота. Пойдем дальше. Вот по этой тропиночке. Куда туда? Да? Пойдем туда. Мы сейчас пройдем. Блин, пойдем обратно. Так. Идем, идем мы пятачком. Что-то куда-то, не знаю. Что нам по кругу тут идет. Надо просто идти вперед. Ну, без фонарика красивее как-то идти тут. Так, идем, идем. А, буду дышать как, что я, типа как в йоге. О, тут рассвет и что-то рассвета нет. О, камни. Это хорошо. Как я понял, ты собрал все 8 записок. Можно сказать, игра не останавливается, она просто дальше идет. Тебе надо просто... Ты можешь играть просто... О, так. No. Где записка? Где записка? Какого хрена записки нет? Какой хрен поставил эти... Нет. Он что, сзади был? Сейчас только первая записка. Какого хрена? Так. Так, у меня мурашки идут. Господи, хорошо? Нет? А вот записка. Какого хрена он меня начал нападать? Потому что я только собрал только вторую записку. В лес, быстро в лес. Первый раз он как-то не начинал нас это, а сейчас нагибает. Вот туда побежим, там что-то пусто. Во, нормально. О, это хрень, нормально. Что-то я не находил в первой части, ну, в первой серии. Не находил туалет, или что там, комнату такую гигантскую. Это здесь должна быть записочка. Нету ее здесь. Нормально. Это все нормально. О, записочка. Так, берем, бежим. Туда бежим. Бежим далеко. Не смотрим назад. Так, не смотрим назад. Так, жалко тут нет карты, взял так, опа, посмотрел карту, вот тут записочка, идем туда. Блин, а не ходить тут полчаса. Мне показалось. Звуки такие, господи. Нет, он может быть сейчас сзади, там вдалеке, где-то там вдалеке. А я что-то не понял, я взял первую записку, он начал меня сейчас нагибать, а где он был, я не видел как-то. Он, видно, сзади близко стоял, и я, видно, его мелком глазом видел. Так, тут есть записка, нормально. Так, тут есть записка, нормально. Нормальная записка, no. Я эту записку находил позже. Вот записка. Идем по ней. А не здесь мы? Нагнулись на него. По-моему, мы тут нагнулись на него. О, бочка. Записка. Куда это ищете? А, туда. Так. Нет.
Я дочь выключил эту. И будем без и в темноте ходить. Во, нормально, во. А, мне звук не нравится. Я боюсь. Кто там впереди? Сосны. Не сосны. Вот кто. Не могли просто сделать дистанцию вперед и все. Господи. Нахрена ему эти записки. А у него будет лицо светиться в темноте? Не знаю. Так, я нашел дерево. Мне страшно, мне страшно, да, мурашек. Нет, 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 сучий Потров.